Мы сегодня начинаем вязать, да, с утра? Всем здрасте. А вон еще висит, я не знаю, если у меня пусть приезжает. Что там, жучка ты увидел? Да. Убегает? Ого. Так, ну что, приготовили мы. Навязали мы пока 75 пучков. Тут вот уже куча отходиков. Сейчас там детки плачут. Зоечка у нас в гостях плачет, да? Да. Заюнечка, пошли, сейчас будем готовить макароны по-флотски. Ты будешь готовить? Да. Пошли, 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 сейчас будем готовить. Она не хочет сидеть в доме. Сейчас будем готовить макароны. Пойдем варить, Зой? И пойдешь потом на улицу, покушаешь макарончики, хорошо? Зоя, у кого кашель? У кого кашель? Да там уже теплее, серенький, там уже не так холодно. Раздеваемся, сыночек. Ты слышишь меня? И идем, сейчас мы приготовим кушать. Ты будешь помогать тете Вере? Я научу. Да, Зоечка цветочки мне привезла. Уже такой уже пион древовидный у них распустился. Ирисы какие красивые. А, чернослив тебе даст? А, нет, там пока жужжать не будем. А мы же, кстати, вчера разобрали микроволновку. И там сгорел предохранитель. Сержуня вытащил его, достал. Надо его теперь купить. И все будет работать, да? Да, мы сейчас мяско. Вот я тут целую гору мяса нарезала. Хлебчик приготовила, чтобы уже в конце его добавить, чтобы мясо протолкнуть последнее. Сейчас будем жужжать, да? Я не буду конфету. Ты будешь? Нет? Нет. Выкинь тогда ее, если ты не будешь. Понятно? Бантики? Да. Да. Фоня очень любит бантики. Да, ты кепочку только снимай, иди. То он уже думал или на улицу бежать, или тут нам готовить, да? У нас тут фаршик. Мы сделали часть фаршика, мы отложили. Будем делать котлетки или что-то подобное. Котлеткам в духовке или тюфтельке. А тут сейчас обжариваем. Сейчас еще лучок добавим. Здесь вода для бантиков у нас, да? Ам, надо же их сварить, чтобы ам. Так, пока у нас тут готовятся макароны по-флотски, мы с Зоечкой готовим салатик, да, Зоечка? Салатик у нас с капустой. Будет немножко редиски, немножко огурчиков. Сейчас Зоя будет помогать резать, да? Давай сначала с капустой разберемся. Ее нужно сюда всю сложить. Капусту, а это у нас молодая. Капуста. Немножечко посолим и будем вот так ручками ее мять, да? Чтобы у нее было много сока. Давай. Ножичком пока не... Так, все, обед готов. Макарончики по-флотски, бантики. С фаршем и салатик. Не буду его ставить в холодильник, а то капуста потом будет очень холодная. Все, скоро будем обедать. Кто там поехал? Вот ту большую. Вот. Все, приехали. Так что, у нас обеденный перерыв? Да, сама Зоя скоро пускай берет ложку и сама кушает. Да, Фоня решил поухаживать. Не надо. Зоя сама может. Так, а у Гриши сегодня праздник, да, сынок? Папа даже Орео купил. Расскажи, что сегодня за праздник? Я взял технику чтения. Да, нужно было? 25 слов. 25? А ты? 40. Арман и этот, и Кирилл Миронов прочитали 25. Двое. Ровно, да? Нет, стой, 30, 35. 35. Я на их двоих на 5 слов. Угу. А кто тут одевал мои туфли? Кто тут одевал мои туфли? Это не ты, Заин? Нет, эти не надо. Вот те, что ты носила, одевай, хорошо? Вот те красненькие. Вот эти можно, хорошо? Ты пошла, Заин? Я, значит, всех накормила обедом, родители у нас пообедали. Сейчас я, так как мы после того, как Афоня проснется, поедем до родителей, нужно что-то на ужин приготовить. Здесь у меня фарш оставшийся, здесь немножко хлеба. Я в конце добавляла в мясорубку, чтобы все мясо оттуда вышло. Лук, вот этот соус достал из холодильника на 9 мая, мы делали к шашлычкам. Это томатная паста и куча-куча зелени, главное, чтобы тут была кинза. Ну, здесь еще зеленый лук, петрушка.
все что угодно можно. Вот, и сейчас два яйца помою, туда же добавлю. И, в общем, сформирую из этого всего котлетки и отправлю их в духовку и пойду вязать. Так что я здесь сделала, котлеток вот таких вот налепила. Посмотрите, они какого розового цвета, потому что здесь томатная паста. И вот еще немножечко фарша осталось, сюда это все не помещается, поэтому вот этот фарш, я его сейчас в холодильник, завтра будет такой суп с фрикадельками или с тюфтельками, в общем, с маленькими такими шариками и с рисом. Так, у нас уже 3 часа, даже 3:30, я сейчас перекусываю. Вот это не надо, колготочки. Афоня сейчас проснулся, немножечко побыл в компьютере, да, подкушал. И сейчас бежит быстренько одеваться, да? Да, мы сейчас поедем до дедушки, до Степы и до тети Веры. Беги, только одевайся, мама сейчас подкушает и поедем, хорошо? У меня сейчас перекус, сейчас, кстати, покажу котлетки, которые получились. Да. Вот такие вот получились, посмотрите, какие они красненькие. Сейчас буду пробовать, но Гриша уже поел, и Афоня поел, поэтому сказали, что очень вкусные. А в мультиварку поставила на подогрев вчерашнюю кашку на гарнир котлеткам на ужин. Покажи. Это крокодильчик такой. Ага. И мышка. Ножки типа плавают. Я могу еще раз сделать. Так. Этого отвезти домой и так в песок положить, типа драконик. Ну, да. Ну, складывай тут, будешь брать домой. Ну, ты Маргоська вышла, да, Маргоська моя? Сегодня Маргариту пораньше забрали из садика, да? Да. Чтобы она погуляла дома. Маргарита так захотела. Сегодня же пятница, да, Маргось? Короткий мне день. Мне два шарика завязана, а на них два медика пути. Вот, узнать. Нашла? Антошика уже забрали, да, из садика, сыналичка? Как там сегодня в садике было? Антон Сергеевич, посмотри на меня. Расскажи, что ты делал? Какую сказку сегодня читали? А? Про что? А что они у нас ляхать? Какую сказку сегодня читали? О пожаре. О пожаре? Это Юля один. Что там о пожаре читали? Ну, кто-нибудь. Я детям спички. Спичка, не игрушка. И зажигалка. Надо все выключать. Розетки. Утюг. А то загорится. Все. Ну, да. Весь дом. Это очень опасные электроприборы, да? Да. Ну, мама все выключает. Да. Мы вяжем кинзы. Тут запах, конечно, бешеный стоит. А сейчас это... Если телек не выключили, то он бух и... Мы уже дома, смотрите, акация распускается, пахнет на всю станицу, вообще обалденно, вернее, на весь хутор, и птички еще поют, в общем, очень здорово у нас тут, а, как пахнет, там вон где-то птичка сидит и щебечет. Приехали, а папуля тут уже хозяйничает, включил газончик поливаться. И здесь вот какой красивый. Я же его подстригла вчера. Два банана тоже помочь. Два банана, да. Григорий вот приехал с карате и сейчас будет опять делать нам салатик. Ты будешь кушать грушу? Кушай, Гриш, тогда себе еще одну помой. До свидания. До свидания, родня. Родня как раз уезжает. А тетя Аня приехала. Там сделаем. Виолетта придумала салат, да? И не, мы с ней вообще... делали, да, его? Нет, ну вот это подлить сгущенка, а черный шоколад остался. А, да, остался. Дай, пожалуйста, чуть-чуть. Ты хоть, ну бери ножичек, я тебе дам досточку, будешь бананчик резать, хорошо? Ну, Антош, он-то уже порезал. Бери отсюда кусочки и режь тут на досточке, хорошо? Нет, чтобы они были маленькие, ладно? Да. Угу.
вкусные. Гриша, поменьше грушку режь. Еще на вот так вот, да. Пальчики только аккуратно. На 4 части. Это порезал? Да. Ну клади тогда сюда. Гриша, еще надо это поменьше чуть. Ты тогда так меленько все красиво резал. Вот так чуть-чуть, да. Так, вот такой вот салат у Григория получился. Только мы сейчас еще грушу добавили. И надо хорошо перемешать с шоколадом, с бананом и с грушей, и с вареной сгущенкой. Так, ну что, на сегодня все. Все уже спят, уже почти час ночи. Все, всем до завтра и пока. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I am.